Не заплатив за комуналку – плати штраф. Сума штрафу фіксована і залежить від того, наскільки великий борг. Таке нововведення набуває чинності із 1 травня 2019 року. Проте економічний експерт Михайло Крапивко пеню називає недоцільною, мовляв, платники від того більш відповідальними не стануть. Стимулювати вчасно платити за комуналку може хіба конкуренція на ринку. В Україні ж поки що монополія. Потребитель услуг комунальних, то ли это индивидуальный потребитель, то ли это коллективный потребитель, оплачивает пеню за несвоевременные расчеты. Пеня установлена на фиксированном уровне. Этот фиксированный уровень – 0,01% в день. Обратная сторона – это за некачественное или неисполнение услуг. Организация, оператор коммунальных услуг уплачивает пеню потребителям. Они не стимулируют людей своевременно платить. И сделали вот такую вот смехотворную ставку, которая не решает никаких проблем. Пока нету конкуренции, не работают рыночные механизмы, работают монопольные механизмы.